Йоу-йоу-йоу-йоу! Всем привет, всем здравствуйте! С вами Джейсон, говорю по-прежнему. Сыграем. Том Мираги. А когда он поменяется уже эти типы? Мунин. Здравствуйте, молодой человек. Будете меня наказывать? 3, 2, 1, brawl. Да, моя любовь. Пошел нахуй. Ублюдок, блядь, не дает ничего сделать. Ну, мне пиздос, да. Уёбище, блядь. Он мне ничего делать не дает. Я вообще ничего сделать не могу. Чёрт, блядь. Прикатывают тебя от потной задоры, которая показывает тебя за все. А чел не то, что наказывают. Челы, блядь, одну комбинацию, блядь, хуярят. Ну смотри, чел взял оружие, не дает своим оружием. Мне вообще ничего сделать. Он меня уже, блядь, расхуярил. Почему сейчас урон не прошел? Он мне прерывает мою, блядь. Не комбо, мой удар. 31 марта 2020 года последний раз буткал. Прикольно. Ну ты для него мишень, у тебя не получится просто тыкать кнопки, надо задрачивать комбо, чтобы его делать. Так дело в том, что
он не давал мне шанса даже, ну, ударить его. Какой комбо ты говоришь? О каком комбо идет речь? Тут вообще не в комбо дело, а дело в том, что чел не давал мне вообще ничего сделать. Плюс я за тех персонажей вообще не... даже минимально какие-то вещи не знаю. Вот закачку я знаю, вот этот подкат, вот эту хуйню, подкидывание. Я в игноре? Go custom? Давай сейчас 1-1 сыграю, пойдем кастомку играть. Нет, не в игноре, никто у меня не в игноре. Я вчера только одного дебика замутил. Ну давай, дам тебе шанс. Блять, она. Блять, не в тайминг дал. Ага. Почему? Блять, куда? За шо нахуй, гадость, да? Че, одну кнопку тыкаешь, да, блять, уёбище? Идёшь нахуй! Почему на весу не попадаешь? Не дать, не дать, не дать, блядь. Эх, не дать, не надо было. Нахуй пошел. Смотрю, у тебя, быть может, у меня против тебя шансы будут. Ну, только... Точнее, если бы я бы не закинул бжалуки в этой игре. Такая же хуйня. Не. Легче всего играть на однокнопочной этой хуйне. На лансе или линсе. Погнали в кастомку. Меня ебут, а я крепчаю. Так. Я не помню, блядь, как создавать. Автономное же. Local. Правильно? На 8, блядь. Команды выключены. Жизни 3. Время начала. Та-дам-та-дам. Ну все, все дальше по стандарту. У меня 3700 уже имеется. Мадмозелей. Монет. В смысле? У тебя уже создано, что ли?
А где... А почему... Почему мое не пишет? Нет, не выходи. Custom. Ладно, войдем в комнату. Вот этот Ванус потный вообще. Потный чел. А что, один на один идем, что ли? Пошли на 8. Не понял, что ты заблокировал там? Так, чел вообще там убийца. Он всех убивал своих вчера. Мы 4 на 4 играли. В командный бой, блядь. Он всех своих убивал, короче. Он... И смысл с ним играть. Скажи, смысл с ним играть? Он говорит, давай в кастомку, он не сказал один на один. Где он пишет один на один? Go custom. Вчера в кастом мы играли на 8 человек, алло. Конкретно человек из чата, меня вчера пиздили, блядь, все из чата. Сейчас зайдут. Я не понимаю, зачем каждый раз люди меня хотят побить, попиздить на стриме, я не понимаю, если честно. Да не разобью я его ни на каком, блядь, теле. Я говорю, этот потнич убивал всю команду противников и убивал своих всех вчера. Ну смотри, я ничего не могу сделать, блядь. Смысл играть, я не понимаю, зачем ты меня зовешь? В моем понятии кастом это один на один. Нет, вчера писали, давай один на один. Позавчера писали, давай один на один. А когда сказали кастомку, давай кастомку захуярим на всех. Сейчас народ придет. Создать комнату. Приватная. На 8 человек. Во. Без команды, каждый сам себе. А мне не с кем играть просто, а хочется с людьми. Ты не мне говоришь, чтобы он меня раздавил на Кае? Он на ком угодно меня раздавит. Ты чё, прикалываешься, что ли? Чё за прикол? Мне не с кем играть просто, а хочется с людьми. А почему ты не можешь пойти в рейтинг? На твоем рейтинге никого нет? Так иди, как все, сделай себе новый аккаунт и еби таких, как я, молодых. Я же а живыми, не с рандомами. Не, я не понимаю, если ты хочешь дружбу, блядь, потерять, то можно, конечно, своих друзей звать в эту игру. А почему я выбрать не могу? Почему я выбрать не могу? Почему я выбрать не могу? Я выбрать не могу. На какой C? На C это я уже, блядь, подтверждаю, что я выбрал этого говна, блядь, кусок. Ой, блядь. Чё так сложно всё? Я не помню код. 44, 11, 34. Ну, значит, васт. Я нажимал, ничего не подходило, я тебе говорю. Драчун многолетник. А чё, где еще люди? Был уже сейчас на трансляции миллиард.
Давай мою, мою карту красивую. Хорош, сюда. Это Кая тоже. Это Кая со скином. Ну охуенно, блядь. Охуенно. Зачем я мне с тобой играть? Скажи мне, пожалуйста, почему ты меня... Вот я один на один играю. Зачем ты меня выдергиваешь вот в кастомную игру? Скажи мне, пожалуйста. Для чего? Он мне вчера говорит, для того, чтобы ты научился играть. Когда я не могу не сделать ничего, блядь. Чел мне не дает ни шанса, блядь, чтобы ударить даже, блядь. Ой, короче, понятно, нахуй. На каких ошибках, блядь, чувак? Со мной играть задрот на 500 часов, блядь, и я, которого 7 часов, блядь. Какой смысл мне, нахуй, играть, блядь, с ним? Я хотя бы попержу более-менее с моими рангами. Конечно, тут тоже задроты сидят, блядь, но... Хотя бы попержу на этих рангах. Зачем меня звать? Вот скажи мне, пожалуйста. В смысле нытик? Меня пиздили, я крепчал. Чел, блядь, с тобой играл, может быть, твой друг, который 10 часов больше тебя наиграл. У человека, блядь, сколько часов? Скажи-ка, напомни нам, сколько у тебя часов. И не сравнивай себя по возрасту, у которого реакция, блядь, намного лучше, чем у меня. Не сравнивай. Да тебя убьешь, ты ноешь. Нахуй ты мне опять зашел, блядь? Вот нахуя? Чел... Просто иди, вот иди мимо. Ты проходил мимо, Фрол? Я не хочу тебя сейчас на трансляции видеть. Я банить тебя не хочу. Я не хочу видеть тебя на трансляции. Меня пиздил чел, у которого 2 часов. У меня было 27. И что дальше? А у меня, сука, 7 часов всего лишь, блядь. В смысле без причины? Я ничего сделать не могу, блядь. Человек меня вы... Пошли, говорит, в кастомку, блядь. И не дает мне ни шанса, блядь. Хотя я могу поиграть в свое удовольствие. Понимаешь, я еще раз говорю... Я многих тут не выигрываю никак. Ни по реакции, ни по скиллу, ни по опыту. Я многих не выиграю. Я смирился с тем, что я не побеждаю. Но я хотя бы геймплей... хотя бы мне приносит радость геймплей, понимаешь? Причем тут ноешь, не ноешь, 2000 часов, блядь. Почему ты сравниваешь все время меня с собой? Я не ты, блядь, никогда им не буду, понимаешь? То, что для тебя нормально, адекватно... Это лично для тебя это так, понимаешь? И, возможно, для твоего... Для твоего окружения, но не для меня. Почему, блядь... Почему все время нахуй ты приходишь и хуйню какую-то вгородишь в мой этот огород, блядь? Ну если я тебе не нравлюсь, съебись нахуй с моей жизни, блядь. Ну типа, не появляйся в ней тогда, раз я тебе не нравлюсь. Зачем ты начинаешь, блядь? Ты хочешь, чтобы я был как ты или что? Я не буду как ты никогда в жизни. Либо ты смирись, что я такой, блядь. Либо, как говорится, до свидания. Потому что я... Мне уже вот это заебало, твоя манера, блядь. Меня во всем уличать, в том, что... Мне честно не хочется, блядь, вот этих конфликтов, блядь. Просто... У меня выход один, блядь. Играть вот с такими ребятами, более-менее... Которые со мной на ранге. Либо, блядь, челы, которые меня просто уебашивают. Когда мы 8 на 8 будем играть, ладно, мне похуй будет, там типа будет дофига народу. Но 1 на 1, я одну катку только даю человеку с собой поиграть. С собой поиздеваться, поизмываться без анальной смазки, как говорится, меня выебать. Еще раз говорю, хочу, блядь, просто поиграть в кайф. Мне понравилась эта игра, блядь. Вообще совершенно случайно сюда попал, в эту игру.
совершенно случайно, просто Майнкрафт что-то, блядь, задушил, и мне Lower666 предложил эту игру. Там он тоже поизмывался надо мной, и все. А, блядь, дурной! Ну, народ пошел. Да ща придет народ, поиграем кастомки, блядь. Ну, один на один просто не вижу смысла играть с тобой. Ты сам понимаешь, почему. Я никогда... То, что ты говоришь, я научусь. Чё, блядь? Чё, блядь? Он просто вниз полетел. Он перестал двигаться. Ладно, похуй. Ладно, похуй. Ща почитаю. Со мной играл мой друг, который был... Еще раз говорю, ребята, мне 33 года. 33, мне не 28. Мне не 16, мне не 14 и мне не 12. У меня такой реакции, как у вас, уже не будет никогда. Она у меня была когда-то, но сейчас ее уже не будет. Не надо меня сравнивать с вами. Я более-менее какой-то уровень могу взять, но у меня есть лимит. У вас безграничные возможности. У меня нет. У меня уже нет. У меня есть лимит, есть потолок, куда я, как сказать, придвинусь, и все. Я больше никуда не выйду. Меня пиздил, да потому что ты ноешь без причины, я тебя не понимаю. Я тебе открою секрет, тот мой Кен чуть ли не в два раза сильнее, чем Ванес. Я ныл, но крепчал. Еще раз говорю. Ванес, ты не знаешь, как Ванс играет. Он играет еще сильнее. Ну, ты, типа, не можешь по одной катке судить. Я начал дожить его комбы, я начал свои комбы давать. Я считаю, что я рак в этой игре, если я научился, значит, ты можешь. Нет, я не могу. Я не могу. Опять ты онли негатив видишь. Так потому что ты... Потому что я стрим пишу, блядь. Стрим. Пишу, что я там ною, блядь. Ну не надо мне говорить о том, что я ною. Я же сам, сука, написал это, блядь. Нахуя мне каждый раз, блядь, вот это писать? От тебя причем. Большая разница. Да какая разница, сколько тебе лет, парализованный азиат, прошел Elden Ring, и моему знакомому Dark Souls 56, если они могут, значит, и ты можешь. Я тебе еще раз говорю. Свенсом не будешь? Пошли лайк. Пошли лайк сыграем. Вот сейчас лайк меня выебет, смотри. Я никому не отказываю. Один против один, одну катку. Одну катку никому не отказываю, потому что... Просто дальше я не вижу смысла играть. Из-за того, что... Давай, один на один сыграем. Дальше не вижу смысла с человеком играть, потому что я не получаю никакого кайфа от того, что меня пиздит. Вот. То, что какие-то, в частности, какие-то люди, как показатель того, что все могут, то, что чел парализованный может пройти, либо 56-летний Dark Soulser может играть в игру, да? А, это не характеризует всех, понимаешь? Ну, то есть, я знаю, что у меня есть потолок, а ты меня сравниваешь с собой... Или бы с какими-то 56-летними дядьками, которые задротят в одну игру. Ну скажи же, это 56... Ой, блядь, 50-60... Сука. Дай оружие взять, блядь! Херувим. Блядь, полную хуйню делаю, чё я... Чё делаю? А, у меня больше нет прыжков, типа.
Че, одну кнопку жмешь или че, бля? Да можно мне выкинуть его, блядь? Мне вот этот вообще герой не понравился, таракан, блядь. И ты сможешь, блядь. Не надо, я не смогу ничего. Реально. А как, блядь, вот я вчера спрашивал, какой-то панч есть такой, типа, сверху вниз прям такой. Челикс, блядь. Я хоть раз его выкину, блядь, просто я понимаю, что я уже проебал, хоть один раз выкину его. Да мне похуй, я же учусь, блядь. Кастомки еще бы, блядь, потеть нахуй. Против чела, у которого 7 часов, блядь. И то, блядь, 7 часов нахуй. Сколько у меня, блядь, игр из этих 7 часов? Я вам тренировочная мишень или что, блядь? Ну вот и все. Ты учишься, а я подсказываю. Мне вчера подсказывали конкретные вещи, конкретные комбухи, блядь. Я сейчас что-то умею. Вот эту камбуху с этим. Ну, чел, на самом деле, лайк не очень силен. Лайк не очень силен. Я могу комбу... Да мне подсказывали, в чем прикол, блядь. Вы пишете как? Как вы пишете? Нейтрал, это то, нейтрал, это то, все. Бля, я уже... А что за... Комната была. Я не помню. Я поддавался, чел, ты мне ничего. Че за нейтрал? Ну вот, понимаешь? Я такой тоже. Че за нейтрал? Нейтрал. Какой там? Боковой нейтрал. Вверх-вниз. Боковой нейтрал. Вверх-вверх. Низ-низ. XXSS. Я такой, че, блядь? Три. Потом мне объяснили, что есть что. Нейтрал — это когда... Да, удар с места. Нейтрал — это удал... Удал. Удал. Удар с места. Рандом. Я рандом ставлю. Мне похуй, бля. Я все равно не выиграю. Уже четверо, да? А чё тут не все карты? Почему не все карты? Почему не все карты? Ну ты, блядь, все... Я еще раз говорю, не сравнивай меня с собой. Ты догадался, я не догадался, блядь. Я вчера всем людям говорю по 10 раз. Я говорю, зашел только в игру, блядь. Кто я, блядь? Можно? Тихо. Я за мираж, да? Пиздец, все меня пиздят, блядь. Не пиздите, блядь. Дайте оружие, блядь, гадости. О, блядь, коса, нахуй. За что, блядь? Гаденыш. За что, блядь? Какой же ты, сука, негативный, это невозможно. Иди нахуй с моего стрима, еще раз говорю, блядь. Попроси тебя, выйти нахуй отсюда, блядь. Если я тебе не нравлюсь, иди нахуй, блядь. Еще раз говорю, я не хочу тебя банить, блядь. Просто выйди с этого стрима, блядь. Я не хочу, блядь, с тобой нарушать отношения. Просто отвали, блядь, от меня, нахуй. Какой ты негативный, блядь. Пытаюсь, сука, без негатива играть, блядь. Написал для себя, блядь, записку, нахуй. Без негатива, дыши, стань лучше, блядь. Сделал такой мотиватор себе, блядь.
Название сделал себе, блядь. Нет, чел пришел, блядь, начинает мне писать то, что я и так знаю. Нахуй ты мне это пишешь, блядь. Иди нахуй отсюда, еще раз говорю, блядь. Все, с этого момента никакого рейджа и негатива, блядь. Играем на чиле, расслабоне и на кайфе, блядь. Вообще похуй. Все, гуляешь. Если ты не уйдешь, я тебя забаню, еще раз говорю. Я не к тебе как личности ничего не имею против, но ты, блядь, мое нервное, мое состояние душевное портишь, понимаешь? Мне это не нужно, блядь, в моей жизни. Мне такие люди не нужны, которые мне будут портить мое душевное состояние. Вот и все. Это не я хуёвый, это ты нехороший, блядь, человек, понимаешь? Ты, блядь, постоянно негатив какой-то хуяришь в мою сторону. Чел, блядь, смотрел, сука, в чат, блядь. На твои сообщения, блядь, АФК стоял. Никто не говорил... Я тебе еще раз говорю, либо я тебе нравлюсь таким, какой я есть, либо ты идешь нахуй с моей жизни, с моего стрима. Понимаешь, я тебе о чем говорю? Я не исправлюсь, я не изменюсь, блядь, я буду таким, каков я есть, блядь. Я не стану, сука, меньше ныть, блядь, я не перестану вообще ныть, блядь. Понимаешь? Я не стану 50-летним... Dark Souls'ером инвалидом, блядь, который будет нахуй делать супер крутые вещи, блядь. Я таков, какой я есть, блядь. Надо смириться уже с этим, блядь, либо нахуй идти отсюда. Вот и все, блядь. Че за хуйню я несу, блядь? Ты заходишь мне, начинаешь про нытьё что-то писать, блядь. Я с типом, блядь, который нахуй меня ебет, блядь. И с которым я не у меня шанса нет, блядь. Играю. И ною на то, что, блядь, у меня нет шанса. Ладно, я буду рассказывать стихи, блядь, не знаю, что-то, блядь. Меня будут ебать, а я буду рассказывать стихи, блядь. Давайте, нахуй, вот так сделаем. Вот опять же, хуйню я несу какую-то, блядь. Я говорю еще раз, я не против того, чтобы меня выебали в этой игре, блядь. Без маски, как угодно, но... Когда вот один на один, и когда у меня шанса нет, мне кажется, ну, типа... Для человека, вот для этих троих людей был классный геймплей. Для меня какой был геймплей? Никакой, блядь. Я не сделал нихуя. Я не сделал нихуя, не получил никакого кайфа, не получил ничего, блядь. Я просто сидел и смотрел, как люди играют. От того, что я смотрел, как люди играют... Я стал скилловее, опытнее. Я научился какие-то комбо проворачивать. Доджить их? Нет, ничего я не научился. Поэтому, кто говорит, блядь, что это в вашем случае работает, в моем случае это не работает. То есть, кто говорит, что... Бля, чё? А как я второй аккаунт свой включил, блядь? Как его удалить, нахуй? Удали, пожалуйста, вот этого типчика, блядь, спасибо. А я выбрал? Нажмите для выбора легенды. У меня, сука, ебаная эта хуйня включилась, что ли, блядь? О, все. Я еще раз говорю всем людям, я не хочу стать супер бравл халлером, блядь. Мне кайф играть на том уровне, который сейчас есть. И что-то познавать для себя. А те, кто говорят, что если я буду играть с типами, у которых по 3000 часов, блядь, я научусь играть, блядь, нихуя. Я не буду, я не научусь играть никогда в жизни с челом, блядь, который, нахуй, мне даже ударить, блядь, шанса не дает, нахуй. Ну вот, опять же, меня просто ебет чел, блядь, я не могу вырваться из его хватки. Я не могу вырваться из его хватки, блядь, никто его не трогает, кроме... Вот, он опять на меня напал, блядь, какой геймплей интересный, блядь. Это совершенно случайно получилось. Это рандом, братик. Чё, я не знаю, как я это сделал два раза, блядь.
Все, разозлился на меня. Челикс. Молодой, красивый, блядь. Я не знаю, ничего не знаю. Ну вот я сказал, он от меня отцепился. Если бы я бы не сказал, он бы не отцепился. Я бы просто помирал бы. Но это ладно, это месть от лысого Пси Блейдса. Это чисто месть. Так не играй с ними, если не нравится. Мне когда-то чел заебал, я пошел 1-1 просто играть в рейтинг. Так я пошел играть в рейтинг. Чел хотят со мной играть. Блять, я никого не ебу, блять. Сейчас... Сарказмы, блять. Меня заебало реально. Да я реально в хорошем настроении, в хорошем духе пребывал, блять. Я хотел забить хуй, я реально написал вчера вот эту хуйню перед сном, блядь. Без негатива. Дыши, стань лучше, блядь. Я даже поменял, блядь, и немножко дополнил, чтобы я видел, сука, эту хуйню, чтобы она меня триггерила, чтобы я прекращал на это обращать внимание, блядь. Я поставил... А, она не сворачивается на рабочий стол? Ну ладно, окей. Потом я покажу, блядь. Та хуйня, где написано, блядь, ой, где, ну, типа, со Спайдерменом у меня есть этот, блядь, обои. Я там написал, стань лучше, блядь. То есть, мне понятно, что я не стану лучше, но я могу быть менее негативным. И забить хуй на триггерство вот это и на всю эту хуйню. Просто быть ко всему на похуизме. Я, блядь, реально стараюсь, хочу, блядь, для людей. Вчера с Владом 3 часа общались на стриме, блядь, после... Даже не посмотрел... А, 12 минут аниме посмотрел, блядь, и 3 часа общался с Владом, блядь. Такое было замечательное общение, так было мне комфортно, так мне было хорошо. И я хотел продолжить в таком ключе вести свои трансляции. И чтобы людям было приятно на них находиться, блядь. Потому что мне было вчера дико приятно сидеть... с Владом рассказывать какие-то истории, слушать его мнение, его какие-то вещи и реагировать на них. Вот мне было очень комфортно. Ты заходишь каждый раз вот эту хуйню начинаешь. Я говорю, забей просто хуй на то, что я ною, блядь. Смирись уже, блядь. Я такой нытик ебаный, блядь. Все нахуй. Охуенный бит. Да. Мне проще от тебя избавиться из своей жизни, выкинуть. Левел ап, ебать, сюда, бля. Нихуя ты не смирился. Я смирился с тем, что... Я со многим смирился, блядь. Уже никто не хочет с Ванусом играть, да? С Ванусом никто не хочет играть. А, это та же карта, блядь. Можно отменить. Да со мной и не хотели. Понимаешь, да? В чем твой минус теперь? О, блядь, копьеносец, нахуй. Нажимаем одну кнопку, блядь, пердим, нахуй. Ну, я тоже, соответственно, блядь, на одной кнопке живу. Мне люди говорят,
Да тут всего две кнопки, бля, хуль ты доебался, бля. Выбил нихуя. Вот эти самые потные, блядь, типчики на этих ракетных, блядь, копьях, блядь, это просто пиздец. А им даже ничего делать не надо, им, блядь, просто вовремя кнопку нажимать надо и все. А, это еще и Венус. Понял. Я вообще запретил, блядь. Давай бороться против него вдвоем, блядь. Зачем мы друг с другом воюем, блядь? Давай объединим наши усилия, блядь, и выебем. Давай Венуса выебем, блядь. Ванус его же, блядь. Шоколадную, блядь, дырочку нахуй раскрепостим, блядь. Ай, блядь. Я не долетаю. Dominating. Да чё на любом дрочит, блядь. Нас всех. Не, я больше не хочу играть с ним. Я больше с ним не хочу играть, блядь. Сейчас доигрываем, смотрю, как они доигрывают. Я не хочу с ними играть. Чел все понимает, что почему с ним никто не играет, блядь. У чела друзей по-любому нет больше, да? Хорош, блядь, волчара, нахуй. Ты меня, конечно, в прошлом раунде пиздил, блядь, хорошенько так. Тоже, блядь, не давал ничего сделать, но я за тебя, блядь. Давай лайкард. Покажи, блядь. Покажи этому Ванусу, где у него анус, блядь. Ну и все, блядь. Берем оружие. А за какого героя? За Ориона он играет? Не, это не Орион. А есть по этой игре киберспортивные какие-то эти? Ну, чел вышел только из-за того, чтобы он... То, что Венс его прессует. Только из-за этого чел вышел четвертый. Ну, понимаю. Сейчас вы... Лайкард уйдет, я уйду. То есть, с ним реально никто не хочет играть. Да при чем тут прости, чел, блядь, ну. Вот, еще один вышел. Просто... Я не понимаю, короче. Вот иди лучше в профессиональную лигу куда-то. Ну, реально, вот... Ты свое ЧСВ поднимаешь за нас счет или что, я не понимаю. Ну, типа, тебе лучше идти, наверное, не сюда. Тебе надо, блядь, ебать каких-то азиатов, блядь, потных. На турнирах, блядь. И зарабатывать деньги, нахуй. Реально, блядь. То, что ты можешь передо мной не извиняться, но то, что ты более скилловый, ты не виноват в этом, блядь. Ну, это твой плюс, но это твой, как сказать, как это называется? У меня только 3 стока профи могут вынести. 3 стока профи, я не понимаю, что такое, меня в 3 стока профи. Это о чем? Ну, вот это потничий Орион ебаный, блядь. Я его не выиграю никак, нахуй. Только если я ему оружие не буду давать, блядь. Ну как эту потную шмару, блядь? Ну все, блядь. Это ебаный Орион, блядь, который нажимает одну кнопку, блядь. Ему просто шансы давать не надо, блядь, вообще.
Эти орионы, блядь, бесячие. Да какой заряжаешь, бля? Все, чел ушел. Ну потому что он потное существо, блядь, эти, блядь, все потные, а у него два копья, блядь, на оружие, блядь. Ты на луке после нижней легкой делай нейтральную легкую. Бля, я никогда нейтрально вообще не делаю, если честно. Вообще очень тяжело отпустить все и нажать типа одну кнопку. Очень трудно. Типа, как этот. Ужасно. У этого стримера ему пистолет дать, как нехуй делать. Что за 3 стока? ХПшки. У этого спамер, ему пистолет дать, как нехуй делать. Жизни. Ужасно трек ощущался, блядь. Да ты для 7 часов норм играешь, оружие ему не даешь. Правильно делаешь, молодец. Потому что я видел, как мне не давали оружие. Как я, блядь, бегал нахуй без оружия всю игру, блядь. Вот так у меня все выкидывали челы, блядь. А вот этот просто Орион потный, очень потный, блядь, класс, во-первых. И сам Орион очень потный, потому что... Вчера у нас чел был. Я его булил пиздец, блядь, тут нахуй. Я булил его в чате, пиздец. Он, блядь, мы играли в кастомку на 8 челов, блядь. Он стоял по центру, нахуй, карты, блядь, и нажимал одну кнопку. Ты на луке после этого, да? Хули он мои сообщения читает? Ну, это просто труком такое, да еще и выбить можно. Кстати, да, у меня тоже с нейтралками проблемы. Хочешь, скачай БХ, забулишь меня в кастомке. Я не хочу никого булить. Я тебе говорю, мне в кайф получить удовольствие. А когда человек... Я просто этому Ориону не дал получить удовольствие в этой игре только потому, что... Только потому, что я знаю, что он меня выебет, блядь. Что он мне не даст вообще ни шанса, никакого, блядь. Чел меня просто уничтожит, блядь. Так. На луке после нижней легкой делай нейтральную легкую. Понял, сейчас попробуем. А вот это потнич может быть, кса. Так, нижняя нейтралка. Нижняя нейтралка. Нижняя. А, это вот это? Вот один раз у меня получилось, да? Нахуй я повелся, блядь, на эту дуру. Заебыш, блядь. Понял тебя, блядь. Понял, блядь. Хейтер ебаный. Ебать я кайфный, блядь, красавчик, блядь. Не ту кнопку нажал, бля. Он хочет меня выбить через эту хуйню. Блять, заебыш нахуй, ебаный. Он меня сейчас выбит, блять. Он меня сейчас выбит, сука. Бля, что я делаю?
Я потерялся, блядь. Я не хочу умирать, мама! Сука, какая потная мразь, блядь. Да как тебя уничтожить, блядь? Чё-то я вообще потерялся, блядь. Как он заебал, блядь, отвечаю. Ну, с луком чё-то... С этим, блядь, чё-то очень плотно. Блядь, я еблуша тупая. Сука, встретились два дебика. Нихуя он не выбил? Ебать ты. Чё вырла? У меня больше шансов. Мне вот эту надо, блядь, прокручивать для выкидывания. Вот эту хуйню. Или вот на эту хуйню ловить, блядь. Как ты заебал, отвечаю, блядь. Домой, блядь. Домой, девочка, блядь. Не, лучшая раскладка, блядь, с этим. Не знаю, по мне так, блядь, лучшая раскладка с мышкой. Потому что, ну, по мне лично, моя личная мнение. Ой, блядь, чел, нахуй. Да я, блядь, ждал, нахуй. Успел, сука, поднять, блядь. Гадёныш, блядь. Сделал, блядь. Сука, запулил меня, блядь, на мою же эту. Чертополох, блядь. Сука, у нас шансы уравнены, блядь. Как он заебал, блядь. В космос, сука, в космос, блядь. Здравствуй. Здравствуй, Влад. Еще надо убрать прыжок на вейп, подбор. Я вчера говорил тоже про это. Надо убрать, ой, позавчера. Мне говорят, не убирай, блядь, оставь. А на чё, давай, я тоже настрою. Но не такую настройку. Где там настройки, управление. У меня вот эти настройки. Поднять быстро атакой. А как можно поднять? Как можно поднять, кроме этой? На что будет подниматься, если я уберу? Просто это реально не...
на колесико, как бросать предмет. Ну и не советуй. Не советуешь, но и не советуй. Чё за, блядь, чё за похоронный марш, блядь, играет? Алё, блядь. Чё за хуйня, блядь? Чё за дрил-бит, блядь? Ты чё? Вы чё, классику переебачили, блядь? Челы, блядь. Мы тебя ждали, Йорамино. Спасибо за фоллоу, братик. Или сестричка. Так, сейчас. Сейчас какую-нибудь музыку включу нормальную. И что еще там надо было убрать? Прыжок на W убрать? А как убрать его? Как его убрать? Тут же нельзя никак убрать. Я тебя жду, блин, заходи. Сейчас зайду. 4, 6, 1. 3, 8, 2. Расширенные. Я, короче, управление. А где? Я пытался. Keyboard. А, вот это, типа, изменить управление. Прыгнуть вверх, типа, W убрать, да? На пробел чисто прыгаю. Прыгнуть, прицелиться вверх, пробел. Блять, ну я сейчас. Целиться вверх на В. А. Тихо. Целиться вверх. А, все понял. Применить же надо было еще. А, тут можно было все поменять, блин. Блядь, ну чё не так-то? Чё не так-то? Двигаться вот тут? Ну прыгнуть вверх. Space. Целиться, вторая кнопка. W, нет? Нет? Сложно, ну да! А, целиться вверх, блять, отдельная клавиша. Все понял, принял. Спасибо большое. Ты на копье, что ли, хочешь? Не вместе, еще ниже прыгнуть. Бля, я опять что ли что-то не то нажал? Целиться вверх W. Правильно. Прыгнуть space. А, понял, бля. Прыгнуть отдельно, бля. Все, понял, спасибо большое. Ну че, блин, не увидел. Здоров, дуршлаг. Ты что, на моей каечке ходишь? Ты ее разрачать будешь? Купила себе, сгонял чарон. Бля, для новичков, бля, скидочку делаю. Рандомчик ставлю. Вообще ничего не знаю. Мне не нравится этот герой, я на нем не играл, бля. А, блядь, сейчас поднимать, блядь, на другую. Я тогда спрашивал, блядь, есть возможность?
Ебать, чел потеет, блядь. Ебать, чел потеет, нахуй, против меня, блядь. Против моей же каечкой, блядь. Челлендж, блядь, игра без рук, нахуй. Блин, ну в смысле, с руками, без... Я, кстати, для этого челленджа и хотел убрать кнопку, чтобы на... Бери оружие. Бери оружие. Либо я прыгаю вниз. Бери оружие, либо я прыгаю вниз. Бери оружие. Я в любом случае прыгаю вниз. У меня, блядь, челлендж. Не челлендж, а у меня... О! Вот это мне и нужно было. Нахуй я подпрыгнул, блядь. Как вниз, блядь, делать панч такой жесткий? В принципе, так, наверное, и делается он. А, после этого не считается, да? Ну, сам себя наказал, у меня такое бывает частенько. Почему он долго держит? Почему он долго держит? Спасибо за игру. А мне для этого надо было, кстати, убить этим нокаут или как нокдаун отправить, типа руками голыми. Чё ты там себе купил, блядь? Я не понял. Ты курилку взял себе, что ли? Ты чё, еблан, блядь, малолетний? Дуршлаг, блядь. Не разочаровывай меня, блядь. Бля, вот это мне не нравится. Антитайминг ебаный, блядь. На потничек, бля, играть.
Бля, я ж поменял кнопку сейчас. Неудобно, бля. Чел тупо ждет, блядь. Да с какого хуя, блядь? С какого хуя он кинул ее, блядь? Почему он иногда зажимает? Понимаю, блядь. Чел, так и будешь меня ловить, блядь? Так и будешь меня ловить, блядь, ублюдочный? Все. Мама позвала кушать, блядь. Мама куш позвала. Блять, какой потнищ ёбаный. Не понял, что он там себе купил, блять? На вкус жижи манго, мне не понравился, залью другую. Чарон, блять. Ты еблан, что ли, дуршлаг, нахуй, ебаный, блять? Ебать, ты реально купил какую-то хуйню курительную, блять? Идти надо, иди нахуй, значит, расти идти надо, бля, чел, бля, реально, бля. Пиздец, бля. Реально, пошел нахуй, блюдушный мелкий, бля, долбоеб. Без негатива, старый, я верю в твою энергию, ци, давай на фул спокойчик, ебашь ты, самоспокойствие, монах ебучий, давай, блядь. Не, ну, бля, чела нахуй послать, извини меня, блядь. Ну малолетний, блядь! Ну сколько ему лет, блядь? Лет 10, блядь, 12? Он пошел себе хуйню купил, блядь. Ну, блядь, я не пропагандирую ни алкоголь, ни табачные изделия. Он написал, что он купил хуйню, блядь, ему 12 лет, блядь, он купил хуйню, блядь. Может, ему даже 10, блядь, я не знаю. По голосу очень маленький... ребенок. Понимаешь? Я в шоке, блядь, чел. Еще. Я говорю, вот у них чем тупее, чем дебильнее поступок, тем круче они считают. Вот чел, блядь, купил какую-то хуету и пришел такой, я купил себе черон, блядь. Он чисто зашел на стрим, 5 минут своего времени выделил, чтобы, блядь, выебнулся, что он купил какую-то хуету ебаную, блядь, курить, блядь. В свои 12 лет, блядь, еблан тупорылый. Это даже не негатив. Это вот я реально, блядь, охуеваю с тела, который, блядь, заходит и говорит, блядь, я купил себе черон, блядь. Ну, жишка мне манго не понравилась, куплю себе другую, блядь. Ебать, взрослый, нахуй. Ебать, взрослый, блядь. Ебать, жишку купил себе там. Ебать, он хуйню себе купил. Пиздец, блядь. Я, блядь, в шоке, нахуй. Он еще, блядь, как будто это что-то крутое. О, опять этот потнич ебаный.
Давай, вручную хочешь, бля? Еблан. Это не Орион вроде, да? А чё у меня ничего не работает? А! Понятно. Спасибо ебаной тупой игре, блядь, за то, что нахуй у неё нету режима, блядь, полноэкранного, чтобы с него, сука, не убегала мышка, блядь. Я сейчас просто писал ВСД, блядь, у себя нахуй в чате, блядь. Какой раз я уже проебываю только из-за того, что у меня вот такая хуйня. Клюварзор, спасибо за фоллоу. Добро пожаловать в этот абсолютно нетоксичный мир. Бравлхалла. Да как же его убить, блядь? А-а-а. Понял, но все равно тебе спасибо. Я стараюсь отучиться быть негативным, но не получается. Без негатива челлендж, блядь, который провален был на второй минуте, да? Я сейчас привыкнуть не могу до сих пор, что у меня хватается не на ту кнопку. Well. Ну, well бы еще можно выиграть. Она тоже потная, конечно. Изи для ануса. Ну, для твоего? Че, без смазочки залетел, как родной, блядь? Ух, нихуя, че могу, блядь? Ну, на лук я только вот эту хуйню знаю, блядь. Домой, блядь, девочка. Минус 3 моих хп. Ну, куда там заряжаешь, шлюха, блядь? Заебали, блядь, эти челы, которые... Я опять, что ли, на другом экране, или что, блядь. Ну как он заебал, он чисто заряжает, блядь, и ждет меня, сука. Знает, что я никуда не прилечу, блядь. Эти потничи, блядь, заебали, блядь. Как, блядь, поймать на этот ветер, блядь, её?
Нихуя, блядь. Забиндите все на клаву мышки. Я не хочу на мышку, блядь. Ой, на клаву. Не хочу, блядь. Еще раз говорю, мне не нравится. Ну я же 10 раз сказал, блядь, что не хочу нахуй. Миллиард раз, блядь, всем сказал, что... Меня устраивает игра с мышкой, блядь. Я хотел настроить, блядь... Ну чел, блядь, тупо нахуй иксу зажимает, блядь, и все. Я только пришел. Да я вчера еще говорил, или позавчера говорил еще. Да я не хочу, блядь. Ну просто мне... Я еще говорил, почему? Потому что клавиши, если бы были... Здорово, Мицкуя. Почему соболезнуешь? То, что я проиграл? Вообще похуй. Просто потничаю тебе бесит, которые зажимают одну кнопку и стоят на центре, блядь. Оказывается, не только, блядь, этот Орион может так делать, не только вот этот Лорд Вракс, например, и не все копейщики остальные. Не только, оказывается, не он может, блядь, еще вот эти челы, блядь, иксу зажимают и ждут тебя. Да, ёбаный спамер, блядь. Ну. Я хочу комфортную игру, а чел хочет... Ты охренел? В смысле, блядь? Ты видел, я камбухи проворачивал? А, лорд? Я думал... Я никогда... А почему? Типа лорд в рун? Типа лорд врун, что ли? Или чё, бля? Или чё, бля? Ну я хочу, короче, геймплей хороший показывать. Типа... Более-менее какие-то камбушки, штучки всякие. А чё, блядь, просто... Бля... Чё, просто стоит... По таймингу, блядь, иксу нажимает, блядь, и всё, нахуй. Вот как сделать? Как это тут удар сделать, ебанутый, блядь? Это без этого надо быть? Без лука? Опа! А, на мегамозга похож. Понял. Понял. Принял. Но... Блядь! Какая же шлюха, блядь, ебаная. Я не могу еще привыкнуть к тому, что я поднимаю сейчас за другую кнопку, поэтому... Проебал очень много хпшки. Чё она не улетает, блядь, до сих пор? А? Ну шлюха ебаная, блядь. Тварь, блядь. Почему она не улетала? Зажимаешь направление додж. Какой додж? Что такое додж, блядь? Тут есть клавиша Dodge, блядь.
Поиграем с тобой в твою же игру, блядь, дурачок. Блядь. Кыш, сучара, ебаная, блядь. Спасибо за фоллоу. Посмотрю потом, скажу. Блять, уёбище тупое. Какое уклонение? Тут есть уклонение? Реально? Что за кнопка уклонения? Почему я о ней не знаю, блядь? Блядь, я вместо того, чтобы ее прожимать, ее нажимаю просто два раза. Я вчера делал. Уклонение это типа просто отойти или что? Свидание. Го один на один. Можно с тобой? Здравствуй. Илья VHSHZ. Спасибо за фоллоу. Хлебушек в чате. Здравствуйте, хлебушек. Здравствуйте, плеер. Я кто? Я, блядь, профессионал. От слова анал. Любитель анальных ласк. Самый лучший в мире на свете проигрыватель. Пошли. А для чего ты хочешь со мной один на один? Окей. Один на один. Заходи. 967-877. Это ты? Это ты? Это ты? Я убил Ануса почти два раза. Один раз он сам упал. Он тебе просто поддавался. Потому что ты был не на стриме. Был бы ты на стриме, он тебя выебал бы во все щели. Если мужик, нажимаешь рандом. Если мужчина, нажимаешь рандом. Задроченных своих героев отстраняйте, блядь. Убирайте. Все, мужчина, блядь, в чате нахуй. Идем, играем. Рандом. Мужчина в чате, блядь, плюс час, если ты мужчина в чате. Ебать! Ну она типа, говорят, самая топовая, блядь, я не умею на ней играть. А словом вообще нихуя. Чел говорит, блядь, ты на ней проигрываешь, она самая топовая, блядь, пиздец. Блядь. Бля, я еще не могу свыкнуться с то, что у меня...
меня не хватает. Охуенно поиграли. А чё, я ногами пинаю, типа, в нейтралке? Без оружия челлендж, блядь, продолжается. Абсолютный похуй. С какого геймпада, блядь? Чел, я играю, сука, блядь, восьмой час или девятый, блядь. Чё вы хотите, блядь? Поздравляю, ты победил стримера. Ачивка получена. Всё, можно я дальше пойду играть в рейтинговую? Спасибо. Ачивка получена, братец. Поздравляю, ты выиграл. Мне кто-то объяснит, сука, как делать этот панч ебаный, блядь. Давай, заходите все. Я никому в ачивках не отказываю, ребята, блядь. Помогай ачивку, блядь, выполнить. Помогаю всем, блядь. Только ты еще знаешь, что такое додж. Не умеешь его нормально применять. 3, 2, 1, что такое додж, блядь, можешь сказать? Это, блядь, дождь. Дождь какой-то. Типа, вовремя кинуть оружие, как он сделал, да? Типа... Тоби пизда. Встретились два диаболика, бля. Я пытаюсь отойти, он с центра вообще не уходит, блядь. Пизда тебе. Ой. В описанных штунишках, блядь, чел. Ну вот это, блядь, челоботис мне попался, блядь, не моего уровня. Чуть выше меня. А, ну нет, возможно, нет. Как сделать? А, наверное... Во, я понял. А как он задоджил? Как... Вернее... Как он перебил мою атаку, сучара ебаная, блядь. Блядь, чмо, блядь, обоссанная, блядь. Какой же, блядь, потный хуесос, блядь. Отвечаю, блядь. Ща, подожди, блядь. Блять.
Нахуй пошло. Уёбище, блядь. Я не успел подобрать. Ну, вот, если бы мне объяснили, как этот панч делать, я бы ее выбил бы вот в этот раз. Спасибо, что объясняете. Как, сука, прыгнуть вверх? Вниз, вернее, с такой силой, чтобы чел, блядь, до свидания сделал. Просто вниз и удар какой-то. Еще одну карточку реванш, я пойду на рандоме. Если мне дадут копье лук, я отсосу 100%. Пошли. У тебя создана комната или мне создавать? После хуёв драчонок на них садятся. Не, хуйня вонючий твой лэнс. Понял. 9, 6, 7. 3, 4, 9. Рандом. Похуй, давай. Или мне каечку взять? А, испугався? Испугався? У чела даже пёс какой-то открыт, блядь. Ебучая песина, блядь. 3, 2, 1, brawl! А псина с кулаками тоже, да? Да, блядь, почему я кидаю им? У меня музыка закончилась, блядь. Давай, кулаки на кулаки, блядь. Ну, то же самое, ждет чел, блядь, ждет нахуй и ждет, блядь, по центру. Вот тактика, блядь, ждунов, блядь. Мне проще тогда выпрыгнуть просто вниз, блядь. Ждет, блядь, и под иксой, блядь, ловит. Давай заново, давай заново. Ну я не знаю, что я нечаянно упал. Давай заново, да. Рандом. Давай что-нибудь такое светленькое. Все открыты? А, понятно. О, бля, соболезную. Не знаю, по крайней мере, мне вот этот челик вообще не зашел. Мне этот челобот вообще не зашел, блядь. А-а-а. Мне подарили одного. А сколько тут? А-а-а! За сколько тут продается? За 500 рублей? Чего вообще эта хуйня делает, блядь?
Я вот всех сам открывал. Такая же хуйня. Ну, мне одного подарили. Ладно, я ушел, раз уже не хотите со мной играть. С тобой, по крайней мере, не только я не хочу играть. Походу, с тобой никто не хочет играть. Ну, типа, у тебя какой-то фан-ачивы есть? Какой-то вот момент ачивки... Ой, ачивки, говорю, фана есть? У меня никакого... Нет. У тебя все герои есть, блядь. Я сражаюсь среди 6 героев. Типа, у меня один более-менее, за которого я могу играть. Второй... Из остальных я никого, ни за кого не играю, блядь. Типа, я не вижу смысла. Ну, за этих, блядь... Вот мне подарили вот этого, Исаю. И то там тоже, блядь, скандалы были, блядь, пиздец. Ну, чел, я говорю, иди в киберспорт, нахуя ты вот сейчас задротишь такими людьми, как мы, блядь? Иди показывай среди, блядь, челов, которые твоего же рейтинга, блядь, твоего ранга. А, ты скачал? Давай. Ну, я возьму какого-нибудь перса, которого я не играю вообще. Ты же, наверное, не играл в эту игру. Потому что качка тебя разъебет, блядь. Извиняюсь, конечно, блядь. Качка у меня... Более-менее еще что-то могёт. Опять какая-то, блядь, заунылая музыка, блядь. Да, бля, с какого хуя я... А, ни разу не ебу, как играть. Поставь сразу настройки себе. Проверь какие-нибудь настройки. Я забыл, что у меня, блядь, прыжок-то теперь... Только на этот, блядь. Почему? Домой. Бля, у меня сейчас дежавю, как будто бы это уже все было, прикинь, со мной. Посмотри, там есть три вида управления. Какой тебе понравится больше? Ну, на стрелочках из DXCV для меня лично сложно было. На этой раскладке я не играл. Это на VSD, но... Как там? HJKL. Вот эти буквы. А у меня гибридный режим с мышкой. Вот. У меня 4000, бля, я могу кого-то купить. Хи-хи.
Вот мне такой набор подарили. Мне такой набор подарили. Вот эту эмоцию, вот этот скин и вот этого типчика. А чё, могу себе позволить? Ну, я ее точно хочу брать. Вот ее хочу точно брать. Можешь взять? Можешь взять? Давай возьмем. Лучники охуенные в этой игре. Вот эти потничи, блядь, с двумя вот этими штучками, блядь. Ты готов? Ты готов? Так, комната особых игр. А, создать комнату, приватная комната. 351. 670. 670. Так, сейчас назначу на двоих. Твердить. Для первого матча супер неплохо. А чё, Влад играл, что ли, с тобой? Я попробую на Эмбер. Вообще хз. Ни разу не играл на ней. Как выйти из комнаты? Вот, назад, Z. Вот сюда, назад, назад. А у него, возможно, эскейп не работает, как у меня. У меня сначала не работал эскейп. Залетаю на биты, к недовольный кем ты еще один плюс в мире. Моих проблем, мою жажду не устранит. Водный элемент, мою похоть устранит. Порнохаб, точка нет. Я иду, куда глаза глядят. В черных очках, в мире дрищей жирных я словно кач. Я иду по навету старших, как сам издат. Мне кричат, сукин сын. Ты суперстар, ты, наверное, подумал, я тупой хулиган. Это кто? Это кто зашел? Это ты? Ну, ты что-то долго заходишь. Ребята, блин, очень быстро действуют. Тут я даже склоняюсь к победе Влада, я не шучу. Ну, конечно, твой лучший друг, блядь. Еще за кого бы ты голосовал бы? Ты за рандома хочешь? Ну, давай я лучше за эту... Ну, ладно, похуй. Похуй. Блядь, я за этого типа вообще не могу, блядь. А, ну это как в ДБДС. Против двадцаток легче играть было. Потому что они такую хуйню творили, блядь. Такую дичь. Карта, блядь, тупая для новичков. Ай! А почему иногда не...
Блять, как попасть-то по нему? Ну-ка. Тут по факту случайно он упал. Ты, бля. Я на нем ни камбы, ничего не знаю, блядь. До свидания, потните, блядь. Бля, мне бесит, что хуй попадешь, блядь. Охуенно, блядь, сам себя убил. Не, залупник этот мне не нравится, блядь. Я не знаю даже, как его выбить, блядь, в том-то и прикол, то, что я не знаю никакой комбы тут, блядь. А, ну только так, блядь. Только так. На X. ГГ. ГГ. Выиграл ранкет, я сегодня... Ранкет вдвоем? А нам заново надо... Нам заново надо это, да? А нет? Он вышел. А, это типа кастомный рейтинг. Ой, кастомная война 2. Я знаю, я вчера играл. Но если он хочет... Можем пойти. Тебе тоже спасибо. Понял. Никто со мной не хочет. Но такой хаос, если честно. А нет, я вот хочу на Эмбер. Она тоже лучница. У нее многие, наверное, будут одинаковые эти, да? Я же спросил, алло, ебать ты, конечно, сука. В смысле? А! Я думал, чтобы... Я думал, чтобы мы с Владом погнали в ранкет, блядь. Я не так понял. Пошли 2 на 2. Похуй. Есть.
Единственный, на ком я играю. Ты можешь на кому угодно пойти, у тебя все персонажи открыты. Типа у меня какие-то там на неделю доступные даются. Вот у меня свой персонаж это вот этот. Ну просто два лучника, мне кажется, хуйня будет брать. Ладно, похуй, в принципе, я кого-нибудь возьму. Просто, блядь, зажимаем X. А ты какое управление сделал? Плаваю стрелочками. Ну, это вообще пиздец. Я вообще не мог ничего делать. Меня уничтожали, блядь. Да заебал этот потник, блядь, ебаный. Заебал этот потнич ебучий, блядь. У меня есть шанс. Да, нихуя у меня уже шанса нету, блядь. Я выиграл. Садж. Не, мне не понравилось. Мне не понравилось это первое управление, которое, с которым Влад играл, а второе я даже не стал пробовать. Погнали. Приглашение? А как? О, нихуя. Так можно было. Давай, ты на Кае, я на ком. Бля. Давай на рофильном вот этом челиксе, бля. У него хотя бы хпшки дохуя и силы нормальные. Ой, бля. Нажми, чтобы отправить эмоции. Геймпадом можно, но тут странные очень настройки. То есть у меня китайский геймпад, который... тут, короче, есть вот быстрая атака, она А. А какая у тебя это А? То есть у меня все кнопки перемешаны. То есть у меня на 1, 2, 3, 4, и как стрелочки, короче. Я не пингую Влада, я же нажимаю ответить, алло. Чё, блядь? Ты на рандоме идешь? Ты же Каю хотел взять. Это стандартная за 900. Алло, алло, бля. Не понял, бля. Алло, алло, бля, не понял, бля. Блять. Ты чё, бля, потник ёбаный, бля. Однокнопочное, бля, существо ёбаное. Они вдвоём одного и того же героя взяли? Как так возможно?
Или это два разных? Просто похожих. Блять, прости! Блять, еще раз прости. Бля, я тебя убил, что ли, в итоге? Он мне это оружие взять, сучара ебаная, блядь. Ну я уже не выкарабкаю здесь, блядь. Ну и что, блядь? Я извинился. Сука, блядь. Два потнича ебаных, блядь. Можно мне оружие ебаное, блядь? Я понял, что ты хотел сделать. Блять! Он всех уничтожил. Чел, блядь, просто стоит, одну кнопку нажимает. ФСБ ГУ, здравствуй. Чел стоял на центре, блядь, нажимал одну ебаную кнопку, блядь, как всегда, нахуй. Почему все дрочат, сука, на рейтинг ебаный? Они чё, блядь, получат какой-то миллиард, блядь, долларов за то, что они попадут в рейтинг? А почему я говорю, задротят именно на ранг? Потому что чел играет некрасиво. Он не показывает красивую игру. Он просто делает мовы для того, чтобы выиграть. Эти мовы просто, блядь, однокнопочная хуйня по центру стоять и всё, блядь. Это не контрится никак, блядь. Ой, да, все, гуляй, блядь. Ушла из-за меня, блядь. Погулять ушла, нахуй. Я не виноват. Ну я нечаянно, я же извинился. Ну на рейнг тебе вроде дадут халявную аву или что-то другое. Ну нахуй тебе эта ава нужна, блядь. По факту, нахуя она тебе нужна, блядь? Это чё, единственная игра в мире, где ты хочешь быть развиваться и быть кем-то? Или что? Я понимаю, это рейтинг, блядь. Потнич ёбаный, блядь. Блять, заебали они со мной бегать. Бля! Я опять фрола запустил, бля! Сорян, фрол. Не знаю, для меня такая неразбериха, блядь, ебаная, вдвоем играть. Блять, опять я фрола убил, блять. Не, не повезло, не убил, блять, фрол! Ну за что, блять, у меня... Почему на фрол у меня все работает, блять? Опять минус фрол, блять!
Не, выжил, выжил, хорош. Бля, чел, ты чё, бля? Фрол, ты можешь встать на секундочку, блядь, наверх? Не, сам я тоже пиздец, кстати. Крыса, блядь, ебаная. Стука ебучая, блядь. Блядь! Фро меня убил, видели? Я ничего делать не мог. Ну ладно, мы тут затащили. А, нет, еще не затащили. Блять. Ладно, пусть дерется, блять. За что гадать, блять? Блять, опять Фрол вышел. Сука ебливая, бля. Иди сюда, нахуй. Но у него шансов больше, бля. Ну с какого хуя? Что-то не нравится, игра один. Я могу и один играть. Я воин-одиночка, псих тупорылый. Я играю один, и мне похуй на имя. Я Джейсон, ебаный дурачок. Я ебашу в Бравл Халла, как новичок. Но я ебашу все равно на Кае. Словно моя девочка Майя, блядь. И вышел, блин. Но я не могу играть по-другому, блядь. Если я тебе приношу, как сказать, дискомфорт, зачем тебе играть со мной? Поэтому я не хочу никому... Я хочу приносить дискомфорт только вот этим, блядь, писюнам, блядь. Я и то, блядь, пол игры просто бегал, прыгал, блядь, наверху, нахуй, чтобы... Тебе дать повоевать, блядь. В итоге, нахуй, ничего не делал. Для меня тоже этот геймплей не очень хороший, блядь, не красочный. Либо я стою и ничего не делаю, либо я, блядь, по тебе бью и по всем вместе. Нихуёво так, зачитал Джейсон Говорун. На битах я не знаю, кто, что за битмейкер. Он, наверное, с какими-то прорехами. Ну ты, я ел орехи, арахис. Вкусная тема, вообще-то. Я не знаю, что я говорю, ебать. Я её чуть не выбил. Твою мать, она хочет мой пинус. Я хочу её анус. Что мне делать? Я влюбился в эту девочку. Ещё не знаю. Все, чел, потерял интерес ко мне, потому что я спец, ебать, во дворе, нахуй, делал просто слизневый коктейль. Что это такое, я сам не знаю, нихуя совсем не понимаю. Я несу какой-то чертов бред, я фристайлю, а может быть и нет, может быть я думаю, что говорю, или говорю, что думаю. Почему, я не знаю, я рискую, как еблан себя повести. Меня такого не найти, блядь. Легко потерять, тяжело забыть. Я самая красочная соска в твоей жизни.
Вообще, в реальной жизни, если тебе какой-то человек дискомфорт приносит, блядь, тебе легче от него... Ну, не легче, а... Забыть просто про все, что вас связывало, и просто забить хуй, блядь, на этого человека. И отпустить его в... Поэтому не надо терпеть, жить, блядь, и общаться. 20-й левел Кая? А тут мне сказали, короче, бот может быть супер душный, блядь, либо супер легкий. Ну, типа... Ну, по крайней мере, в кастомке мне так сказали. Типа, не добавляй бот, он либо, блядь, будет мешать, нахуй, будет ублюдком каким-то. Я еблан или что, блядь, у меня... Ставишь изи, играешь легко. Так а ты же не ставишь, блядь. Ты же не ставишь. Ну, чел, я просто... Сори, баттери, что я такой... Попался тебе такой... Челик, как я. Ну, я тоже нуб. Извини меня. Я не хотел тебя ебать в твой анал, но... Извини, я не знал, что попадешься именно ты. Я принесу тебе цветы. Это Каспиан, он еблан. Я не умею за него играть никак. Но я постараюсь для тебя, чтобы проиграть это Элло навсегда. Против меня этот Ксул. Он хочет меня пырнуть. Я не знаю, что мне делать вообще, почему эта работа принадлежит мне. Почему я должен пиздить орков, блядь? Йоу. Тоби пизда. Вот эти подничи ебаные, нахуй. Нихуя камбух какую-то сделал, блядь, ребята. Ребята, блядь, камбуха, ебать от Каспиана. Ебануться, блядь. Ёбушкин, бля. Ай, бля. Что за хуйня? Этот орк хочет надрать мне зад. Я хочу убить его тоже. И даю ему по роже своими железными кулаками. Я как еблан на татами, но ебанутый боксер. Я взял с собой кастет и вот... Я ебанутый вор, или кто я такой? Вроде бы я вор, я Каспиан, герой, блядь, я призрак в доспехах, я маленький мальчик, я не знаю кто. Ну, тебе удачи. Я тебе поддался, маленькая девочка. Ничего страшного. Этот один килл тебя не спасет. Ты хотел распороть мне живот, но мне похуй. Я идиот, я убью тебя в любом случае, я герой. Хотя бы я признаю это, что я ебашу, как кибер-котлета. Ебать, он мне не дает ни шанса, девочка. Он хочет со мной порадоваться... Забатило на то, что я пойду за этими, за оружием, а в итоге сделал еще хуже. Оп-оп. Оп. Сосешь, блядь. Опа, нахуй, нихуя себе. Каспиан выиграл налегке, этого Аксула ебанул прямо стулом по башке. Этот Кент не хотел ничего терпеть, но
потерпел поражение. Оу, е. С вами Джейсон Говорун. На бите я читаю, ты слушаешь все, как хотел. Я. Ага, ага, бля. Кринжовый рэп. Этот фристайл я люблю. А может быть и нет, я ебанутый. А ты нет. Я залетаю на бета, как недовольный кент. Ты еще один плюс моих проблем. Мою жажду не устранит водный элемент. Мою похоть устранит порнохаб, точка нет. Я иду, куда глаза глядят. В черных очках, в море дрищей жирных. Я словно кач, я иду по навету стар. Ух ты, шалава. Однокнопочная, да? Ух, шалбол, да, блядь! Бит опять закончился. Ебать еблан на Джейсоне, блядь. Я думал, наискосок полетит. Заплакал, бля, девочка, бля. Ладненько, пойду, хорошей игры, приятного стрима. Спасибо большое, я тоже скоро завершусь, наверное. Я сегодня просто стрим такой небольшой решил устроить. Чтобы негатива не хуярить. Вчера мой 6 часов или 7 часов у меня стрим был. Ну шаболда, блядь. Ну шаболда, чел просто, блядь, никакущий нахуй. Как ты заебал одну кнопку сжать, уёбищный спамер, блядь? Ну какой интерес, блядь, ну... За это Элла тебе чё дадут, нахуй, ублюдок, блядь? Тупорылый. Ну чё дадут тебе за эту победу? В Бравл... В Дискорд после стрима в Бравл пойдём 2 на 2 играть. Бравл Старс, что ли? Я компьютер брату отдам. Я вчера на целый день занял, блядь. Вчера не дал поиграть. Нихуёвый бит, нихуёвый. Ну там мой старый ноутбук был, который уже не исправляется, походу.
раз в него не заходят. Скорее всего, не справляются. Я зависаю, как еблан на полту. Я не знаю, что я делал, я не знаю, что я тут. Ты такой фрол, почему ты со мной в негатив меня уводишь? Ты мой герой, нет. Ты думал, я так скажу? Нет, мой Кент, я не знаю. Слово «братик» — мое слово «любимое», бля. Хуйня какая-то пошла. Это не фристайл, это просто дресня. Это фрол. Он Саня. Как Саня? Все в порядке? Сука, блядь, хуйня пошла в голову, я не знаю, что несу. Давай, поровну, мне похую, поебать. У моей подруги пиздец был на ноуте приставлен винду, и пиздец, плюс 50% к производительности. Ну, дело в том, что, блядь, там стояло 8.1 винда. Они убили мой жесткий диск. Ну, в смысле, он уже мертвый был. Я на нем... Он года два как мертвый был, или три. Не знаю, два, может быть, и он продержался еще какое-то количество времени, я в ахуе был. Типа, он уже был, ну, у меня ошибки сыпались по нему, блядь, пиздец, нахуй. Но он достойно жил, блядь, в моих, то есть мой ноутбук, который я купил, нахуй, долгое время... Поддержался у меня очень долгое время. Да, последнюю катку, наверное. И завершаю стрим. Стрим Чански. Не, давай. Эмбер. Ну, у него вот эти даггеры, бля, мне не нравятся. Но они хорошо спамят, прям пиздец, жестко. Я, блядь. Опа, у меня 11 часов, я спать пошел. Спокойной ночи, пупсик, свидимся. Давай. Шалава, блядь. Однокнопочная, блядь. Хуя. Ну, для чел нашел свое место. Чел нашел свое место в этой игре, блядь. Ну как вот, как доджить его, как его контрить, блядь, скажите мне, пожалуйста. Как его контрить, блядь?
Ебать, разъебал девочку одну. На лоу-табе я ее ебу. Все, пошла нахуй. Ладно. Бля, Эмбер тоже прикольно, надо узнать, что за, как с ней делать. Эмбер тоже прикольно. Ну, я так понял, лучница мое, блядь, в этой игре. Лучница это мое. Огромное, большое благодарственное письмо могу написать, а могу и нет. В общем, спасибо огромное за просмотр данного стримчанского. Приходите завтра. Вот. Спасибо огромное, что появились здесь. Всего самого лучшего, хорошего. Пока-пока. Спокойной ночи, добрых снов, хорошего вечера, хорошей игры. Все, что хотите, чтобы у вас было хорошее, пусть он будет хорошим. В общем, берегите себя. С вами был Джейсон Гурун. Всем пока-пока.